Пользователи сети усомнились в том, что певица Анита Цой заразилась коронавирусом. Поводом для сомнений послужил внешний вид в одном из видеообращений из больницы. Пользователей смутило наличие макияжа на лице артистки во время тяжелой болезни. Цой, в свою очередь, ответила на обвинения во лжи насчет заражения коронавирусом. Она решила рассказать свою правду о вирусе. По словам певицы, она просто не может позволить себе выглядеть плохо во время видеообращения. Певица описала заболевание как необычный и коварный недуг. Она также рассказала, что из-за температуры периодически не понимала, где находится, и испытывала ломку. Однако, по ее словам, сейчас она уже чувствует себя нормально и благодарна врачам за то, что они делают. Ранее Цой рассказывала о тяжелых симптомах болезни, с которыми ей пришлось столкнуться. Она отметила, что страдала от кашля, диареи, потери обоняния, проблем с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением. Вероятнее всего, Анита Цой взяла пример с Надежды Бабкиной и решила вызвать жалость людей, тем самым напомнив о себе. Как все помнят, Бабкина сказала, что заболела вирусом, а на самом деле делала пластическую операцию. После того, как обман вскрылся, на нее посыпалась острая критика, и даже Андрей Малахов отказался приглашать ее в свою программу «Прямой эфир».